Долгожданное строительство крытого катка с искусственным льдом на территории спорткомплекса «Сибирский нефтяник» идет полным ходом. 7 августа здесь начался второй этап возведения объекта – бетонирование фундамента. Губернатор Омской области Александр Бурков вместе с главой регионального Минспорта Дмитрием Крикорьянцем посетили строительную площадку. Спортивное сооружение с трибунами для зрителей на 250 мест и пропускной способностью 1000 человек ежедневно появится в Омске благодаря федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Объект находится на особом контроле главы региона. В день посещения стройки на одном из бетонных блоков Александр Бурков оставил послание будущим посетителям катка, ровного льда и новых побед. Данный каток строится в рамках национального проекта, который был инициирован президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Объект стоимостью 276 миллионов. В дальнейшем, после сдачи объекта, мы переводим сюда спортивные школы по шорт-треку, по фигурному катанию и по хоккею. В том числе здесь будут заниматься и любительские хоккейные команды, и будет любительское катание. Работы начались в июне. Генеральный подрядчик, строительная компания «Лидер», обещала выполнить заказ за год. За основу был взят типовой проект ледовых дворцов, успешно реализованных в других регионах. Строители рассказали об особенностях будущего катка. Технологическое оборудование, которое здесь предполагается установить, оно будет стоять отдельно, то есть не внутри здания, как обычно у нас бывает. Здесь не будет так холодно, только от ледового поля, то есть тот холод, который будет исходить, а оборудование будет вне. То есть, соответственно, и технологии там, и вентиляции, то есть и всего остального, то есть оно будет работать отдельной структурой для того, чтобы не мешать внутри помещения, чтобы было комфортно. Сейчас в составе спорткомплекса «Сибирский нефтяник» бассейн, легкоатлетический манеж, стадион и футбольные поля. К слову, в прошлом году в рамках реализации проекта «Спорт. Норма жизни» было уложено покрытие из синтетической травы на основное и мини-футбольные поля. Новый каток, который также возводится в рамках нацпроекта, станет отличным дополнением спортивного ансамбля «Сибирского нефтяника». Мы возвращаем, так скажем, привлекательность этого объекта и наполнение его новыми видами спорта. Да, здесь была когда-то открытая хоккейная коробка, сейчас это будет крытый каток, который нам позволит здесь традиционно развивать шорт-трек, который в последние годы в рамках нашей работы нашей школы очень активно развивался, но не имел базы. Это, естественно, возвращение хоккея, это продолжение работы над стадионом, и легкая атлетика, и футбол, и традиционное плавание, и также просто оказание услуг населению, которое проживает в городке Нефтяников. Своих первых посетителей каток сможет принять уже к концу лета 2021 года.